Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Одесская трагедия». Музыка исполняется мной в прямой части цикла «Ожившая поэзия» к событиям в Одессе 2 мая. Когда огонь, резал живое тело, под окнами гремело зло, умри. И радовались, словно дикари. Выжгли людей из огненного ада, во тьму летели женщины, юнцы. А им бы крылья, им бы надо. Мы их встречали сбитой подлецы. Скопили молодого, вы девчонки, с улыбкой ждете, чтобы в цели метнуть. Вы юные мерзавки, вы подонки, как завтра вам на белый мир взгляну. А Тимошенко вышла на свободу с мечом в руке, чтоб поколению мстить. А вы забыли Нюрнберг, суд народа. Вы рок возмездия должны спить. А вы забыли Нюрнберг, суд народа, вырок возмездия должны испить. И мы скорбим сейчас, настанет время, и вы сгорите в адом огне. Будет проклято навеки имя, в тот судный день вы спите во тьме. И мы скорбим сейчас, настанет время, и вы сгорите в адовом огне. И будет проклято навеки имя, в тот судный день. Сгинете во тьме. Одесса, город, вечной славы, ты видел много бед, не плачь, не рвись. Ты сохрани прекрасную державу. Во имя жизни светлой помолись, ты сохрани прекрасную державу. Во имя
жизни светлой. Помолись. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт. Одесская трагедия». Стихи.